Всем привет! Мы приехали на сейл. Вот домик. Машин целая куча уже. Вот, стоят. Сегодня второй день. 50% скидка. И в этом домике живет, жила. Сказали, вроде живая. Бабуля, которой 104 года. Вот, она все еще живая. Продают ее вещи. Стоим в очереди. Так. Трехэтажный дом. Конкурентов много, поэтому я пробежалась сначала сама в припрыжку. Теперь можно спокойно с вами еще раз походить. Какая интересная штука. Если что-то упущу, вот с вами как раз, может, и увижу. Ну, здесь на третьем этаже наверху, в принципе, ничего такого нету. Сплошная хламина. Вот такие какие-то елочные игрушки. Я думаю, что это Мексика, наверное. Такое вот. Вот это вообще вот рисунок Native American, но не знаю. Такое вот. Такие вот картиночки. Ну, здесь как-то не очень интересно. Новогодние игрушечки. Новогодние игрушечки. Шелковыми нитками оттянуты. Так. Это принты. Какие-то игрушечки. Тайваньские. Ладно, пойдем вниз. Посуда была роскошная. Здесь написано Карде Итали. Я не знаю, кто это. Может, кто-то хороший. Так. Вот над этими тоже, я думаю, такие симпатичные. А чьи, я не знаю. Маркировка. А, кстати, есть маркировка. Ауч. Made in Japan, оказывается. Japan я не беру. Ремень, кстати, смотрите, какой симпатичный. Диес. Кто у нас Диес, интересно? Я не знаю. Орать не могу, вокруг люди, поэтому... Но ее отправлять тяжело. Вот, кстати, интересно. Кукла. Это что у нас за кукла? Прям какая. Ну, дорогая. Ну, что-то интересное. Кажется, не очень. Так. Внизу еще что-то. Маленький будуар. Очень прикольненькая лампа висит. Ну, выгребли тут, конечно, все капитально уже. И сегодня второй день.
вчера было очень дорого. Мы сегодня забежали, и давай все хватать. Я тоже успела кое-что нахватать. Потом вам похвастаюсь. Ой, какая интересная. Ну-ка, маленький гобеленчик. Интересно. Ну, поломанный вот здесь. Жалко. Какая жалость. Это что такое? Зажигалка. Тоже симпатичная, Италия написана. Ее уже смотрела. Так. Выпало. Велик Клифтон Айвори Лайн. Интересно. Но не подписано. Какая интересная. За $2.5. Смотрите, с маленькой такой вышивкой. Какая бабушка. Ну ладно, так. Ах, жалко, принты. Смотрите, какой красивый. Ну, принт. Какие клоны тут лежат. So do you resell online or do you have a booth? Yeah. Online. I have a store. Yeah, online. Where at? On eBay. Oh, on eBay. Mm-hmm. Do you do good? Yep. Well, that's good. I guess I'm gonna have to start doing that. Yeah, it's good. Коробочка для шляп. Куча разных варежек. Перчаток. Куча. Просто куча. Ты что тут говоришь? Интересно. What? It has inside something or no? I thought about buying it for. I play the piano. Oh really? But I'd have to get my husband to haul it. Такие лампы классные, смотрите. Но тоже не маркированные. Я не рискнула
их взять. Хотя, может, зря не рискнула. Смотрите, какая прелесть. Но боюсь. Так. Термометр. Лошадка. Так. Здесь я понавыгребала, как бешено. Потом вам всем покажу, что я тут навыгребала. Вот тоже депрессия, кстати. Вот эти вот рисунок. Видите? Балерина называется. Вот это на Фентона похоже. Ну-ка. А, это и есть Фентон. За за $11. Возьму. Не знаю, сколько стоит, но рискну. Так. Это не знаю кто. Тут уже тоже Бавария. Нет, это кто? Франция. Но она такая не очень. Хавиланд. Кстати, вручную разрисованный лимож. Возьму, наверное, его тоже. А, ручная роспись. Опять я, видите, непутевая я. Не умею я правильно выражаться. Но я, честно говоря, только занялась всем этим делом. Royal. Тоже Бавария. Но это вот не роспись. Так что не ругайтесь. Ну-ка, вот это что у нас? Это у нас без маркировки. Написано германская тарелка. Без маркировки не хочется. Вот эти, кстати, я продавала. Знаете, как классно ушло? Я продала его, кстати, долларов за 15-20. А здесь отдают 8 штук за 17. Вот эти две покроют, все остальное будет в прибыль. Я его возьму. Сейчас только руки освобожу как-нибудь. Ой, какая интересная вещь. Прикольная. Не стеклянная, это, по-моему, не хрусталь. Ну, какая прикольная. Вот какой тяжелый, хороший хрусталь. Но я уже набрала хрусталя немерено, поэтому... I mean, you just never know. I'm just, in some ways, you know, you're always mad. Вот это огромная ложь. Смотрите, какая гигантская. И кто это у нас такой? На такую тяжесть я, конечно, не решусь покупать. Наборчики с ложечками. Такие симпатичные. Но они не продаются. Не котят их вообще. Кстати, в китайских ресторанах вот такие вот раздают. Ее ломаешь там. Этот, как гадание, типа. Сообщают тебе, что тебя ждет. Линокс. Здесь я много чего выгребла. Это у нас Фастория. А, нет, Фастория у нас, кстати, ценится. Это точно ее? Ну-ка. Да, это Фастория. Почем Фастория-то, господи? Цены нет.
Цены у Фастории нема. Вот это, кстати, Imperial, по-моему. Imperial за $4. Угу. Это Греция, наверное, рисунок. Хейси. Фастурию мы берем. Хрустальная Фастория, это круто. Так. Так. И вот этот вот Imperial за $4. Я вот не знаю. Очень интересно. Взять, что ли, за 4. Они старенькие. Это прошлый век. Начало или середина. И вот это вот обычно у всех уже битое. Поэтому их продают, эту депрессию. Не знаю. $4. Вот это Avon. Avon я не хочу. Вот это красивая, кстати. Ой, какая тяжелая. И чья? Чья, не вижу. Так, Германия. Знаешь, блин, Германия. За $7. Не знаю. Брать Германию за 7,5. Причем Вест-Германия. Люди, это старые. Это Вест-Германия. Я ее возьму все-таки. Так. Если мне кто-то скажет, что это такое, я, конечно, буду очень благодарна. Вот такая еще интересная вещь. И вот такая. И вот такая. Так. Тут у нас кружечки. Куча. Ну, я не знаю. У меня есть одна. Она как-то не очень спешит продаться. Поэтому я их не куплю. Хотя много. Вот уже вот этот стол был полный. Разобрали. Знаю. О, кстати, Кеннеди. Не знаю, как Кеннеди продается, честно говоря. Это греческие. Денмарк. Royal Copenhagen. Кстати. Брать Royal Copenhagen, люди. Каждая по $7.5. Что я с ними буду делать? Но Royal Copenhagen вообще вещь хорошая. How much? $4. Let's try. Люди, Royal Copenhagen. Только тарелки ценятся. Или вот такие вещи тоже ценятся. Я не знаю. Что делать? $7. А вдруг не продам? Возьму, наверное. Бренд хороший. Рискнем. Где наша не пропадала, да?
И там, говорит, пропадало, и там пропадало. Это что такое? Это металл. Люблю металл, кстати. Металл серенький, сверху покрашен. Видишь, симпатичный. Брать, не брать. Даже не знаю. Наверное, не возьму. Вот тут у нас Крисмас нам не нужен. Статуэтки проверяем. Непонятно кто. Маркировка. Вот такая маркировка. Люди, кто это? Кто это? Это у нас Вейдждут за $6. Я $6 не буду брать. Так, это у нас что за дивуля? Дивуля не подписана. Не знаю, что за дивуля. Это у нас кто? Made in England. Не знаю такой бренд. Ironstone. Не знаю такой бренд. О, какая мордаха. $40, кстати, стоит мордаха. Вот симпата за $3. И кто это у нас? Тоже не знаю. Ну какая симпата. Ручную. Ручная роспись, люди, я исправляюсь. Не буду брать, боюсь. Хотя здесь что-то вот понаписано, цифры какие-то. Может, что-то путное, не знаю. Так, какая-то корзиночка без маркировки. Это у нас кто? Это, по-моему, из набора. Royal Winton, Made in England. Так. Что-то Book Ends, наверное. Вот это у нас, по-моему, Розвелл. Нет, Веллер. Веллер, почем Веллер? 12.50. Я небольшой любитель керамики. Так, о, что-то интересное. Так. Мистер Вернон какой-то. Люди, что за мистер Вернон? И тут, наверное, миссис Вернон в таком случае. Вирджиния. Прикольные вещи. Подбитая. Очень-очень жаль, что она отбитая. Вот какая прикольная вещь. Они что, их вытаскивают, что ли, откуда-то? Я только что здесь пробегала, Франция, и ее не было. Вот эту я пробегала, не видела. Каждый раз пробегаешь, что-то находишь. Смотри, какая прикольная. И стоит это прикольное $15. Это у нас Франция. Возьму, наверное, да? Прикольные штуки. Так. Интересно. Правда, ее фотографировать будет тяжело. Такая странная. Слегка так подтертая. Ну, это, по-моему, ручная роспись.
так, товарищи. Возьмем-ка мы ее тоже. Вот это что? Тоже с двух сторон. Так как бы мне. Как бы мне. Так. American Eagle Stream. Так, вот это что? Люди, что это? Кто мне подскажет? А, не вижу ничего там на той стороне. Ничего нет. Что это такое? Как интересно. Но это не ручной рисунок. Здесь принт. Вот какая интересная, но тяжелая. Всем привет. Смотрите, какая замученная, хмучая. Это у нас кто? $15, не знаю кто. Вот это хочу, но она битая. Вот, битая. Очень жалко. Очень-очень жалко. Это у нас... Даже не могу прочесть, кто это у нас. Но красивый очень. Дорогой и битый. Так, товарищи. Все, вот все. Надо вылезем. $28. Какие интересные вещи. Кстати, это у нас Германия. Очень интересно, да? За 6. За сколько можем продать? Все, товарищи. Теперь точно все. Вот эту я только еще думаю. Не буду брать. Все, едем дальше. Хочу показать одну штуку интересную. Смотрите, какая интересная. У нас же прямо это самое. И домик такой тоже неплохой. И... Это, наверное, смерть, что ли, даже не знаю, кто это. Вон она там стоит, почти с дом размером. Чуть покажу райончик тоже. Сейчас приехали сюда, здесь два дома абсолютно пустые. Вот просто абсолютно пустые. Мы на них посмотрели, на абсолютно пустые дома и уехали. Выгребли буквально все, я не знаю. Там, по-моему, даже швабры не осталось. Такой вот райончик. Симпатичный. Собачки. Уезжаем из райского места обратно по простым смертным.